Такие некошенные, такие шекели за тебя потерять можно. Да в смысле, господи, просто Никита Давай писал неадекватные посты, а сейчас вообще перенос сделал. Воу! Стой! Стой, оставь! А куда ты? Верни! Верни! Это было... Поставь плес, Гарри Халивал, Сир Гритм. Мы поставили в очередь. Поставили. Приветики, здорово, Руслан ТВ. Это же киберспорт, он ничем не отличается от обычного спорта. Само собой, чем-то, наверное, отличается, но здесь разговор не про киберспорт. Кому? Вообще, как ты съехал с темы на тему такой, типа, киберспорт и киберспорт? Дело не в этом. Дело в том, что выражение... Это всего лишь та-та-та-та-та-та, подставь что угодно. Это самое тупорылое выражение, что... Самое тупорылое выражение, что можно от кого-либо когда-либо услышать. Оно уже как бы разошлось по обществу, или мы им пользуемся, и ты его можешь услышать много где. Но это, наверное, самая лютая идиотия. Так, подожди, а где мой броу? Он чувствует аромат моей души, а я тут не готов вообще совершенно. Скажи... О. Здравствуй. Здорово, Империон. Да, пофигу. Да пофигу. Найс топдекаем лакирок. Чуй-то. Чуй-то, все калькулейтед. Так. Скажи какому-нибудь профессиональному теннисисту, не расстраивайся, ты проиграл, это всего лишь игра. Скажи кому-нибудь на Олимпийских играх, дорогой друг, это всего лишь игра, братан. Скажи во время какого-нибудь турнира по доте крупного Дэндимону, который там слетел с последнего места. Дэндишка, родной, не расстраивайся, это всего лишь игра. Да, самой верной и правильной реакцией на такое будет хорошенько тебе вдать по щам оленю. Просто, просто хорошенько так вот помидорить. Потому что ты, сук, не одупляешь. А, но это не мой случай. У меня, конечно, все по-другому, я олень. Я проиграл, потому что я олень, и расстроился из-за этого. А, я думаю, что мы даже йогу пока делать не будем. Чё-то такой черт, у нас все просто под таким контролем, что просто пипец. Так, этого убили так, этого убили так. Вопрос, на самом деле, на мульон, хотим ли мы убивать этого чувака-экзекутора. Думаю, да, думаю. Хотя можно сделать профигной шутстер. Пойду на профигной шутстер, по крайней мере. Тут просто такая штука, что во многом спасательное жилет. В спорте правила не меняются уже сотни лет. В кидании ядра и в прыжках в КС каждые полгода карты меняются. Это не спорт, даже в Counter-Strike есть мапы, и это больше, чем КС. Какая разница? Опять же, соскакивание с темы. Человек, который этим увлечен, он это ценит. Понимаешь, если человек настолько замотивирован заниматься чем-то, что он инвестирует в это время, то это ровно такой же по рангу. Хобби для него. Подожди, смирение. Смотри, смотри, как получается забавно. Я человек. У меня есть там мои мысли, решения, бе-бе-бе, ме-ме-ме. И в данный момент я решил заниматься этим. То есть, если представить, что мы сейчас с тобой в каком-нибудь, я не знаю, на каком-нибудь рынке, базаре, то я купил эту возможность за много. То есть, я приоритизировал эту возможность сейчас пойти позаниматься именно этим, овер всех. То есть пойти позаниматься любым делом, которое ты бы приоритизировал, я отмёл.
Понимаешь, да? То есть альтернативная стоимость этого моего дела прямо здесь и прямо сейчас настолько высока, что она перекрывает все остальные альтернативы. И ты мне, когда я потерпел фиаско в том деле, которое я выбрал среди всех остальных, пытаешься сказать, что это всего лишь игра. Нет, не занижай ценность того, что я выбрал. Это я выбрал. Моя ценность этого высока. Не оскорбляй мой выбор. Это несправедливо. Понял, что я пытаюсь донести? Я, как обычно, не умею это делать лаконично. Огнетушитель? Да лол, я спокоен как гора. Я просто объясняю, что эта фраза очень дебильная. Ты втираешь там какую-то дичь. Твоя сила. По-моему, вполне разумно.